Что? Где я? Я что-то не понял. Стоп, что тут все искал? Кто это вообще? Ты... Кто? Привет! О, Антон, это ты? Это, а, Антоха, о, здорово! О, Пашка, привет! Пацаны, вы там проснулись? О, Лёха еще... Пацаны, чё? Пацаны, чё мы в тюрьме! Как? В смысле в тюрьме? Из картона? Из картона? Да, 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 именно так. Мы в картонной тюрьме, пацаны. Чё за бред, друзья? Даже вообще ничего нас не понятно. Нас посадили в картонные камеры, в картонную тюрьму. Но, пацаны, пока чё? Вы спали... Пока так, вы спали... Так. Я прокопал к вам проход в камеры. А, реально? Да, да, да. И задел их специальными картонками. Если что, там в углу можете посмотреть. А, так, ладно, окей. Это все, конечно, очень хорошо. Но, друзья, я ничего не понимаю вообще, какого фига мы в картонной тюрьме. Но все же с вас обязательно лайк. Мы пытаемся сегодня, ребята, выбраться из картонной тюрьмы. Это, конечно, абсурдно звучит. Но, так, картон, ты, картонки ты, да, сказал какие-то картон, у нас есть? Ищи, ну, картон, слушай, опа, опа. О, я сломал, короче, картон. О, кто это, Леха? А, это Антон, так, это Антон, не короче. Я. Так, сейчас. А вот это картон, так, опа, давай, о, еще картон, так, давай, о! О, Лёха, здорово! Здорово! Так, ах, ё-мо, а как нам пролезть-то к тебе? Ё-мо, так, ладно, раз, два, я три, я не знаю, давай кувырком как-нибудь. Здорово, здорово, так, вообще получилось. Я вроде пролез. Привет! Так, давай, воу, все, пролез, нормально. Так, хорошо, мы в твоей камере. Да. И что дальше? Я знаю, как выйти из тюрьмы там, как сбежать отсюда. Как, я знаю, где находится выход, но выход, чтобы добраться до выхода, нам нужно пройти через вот эту картонку. О, через эту картонку, еще так. Да, через эту картонку надо пройти, но чтобы добраться до выхода, нужно еще пройти много, очень много жестких испытаний. Чего? Ну, блин, испытания, ну это будет реально жестко, но... Друзья, я тут заметил то, что некоторые люди не нажимают на кнопочку лайка. Вот ты сейчас сидишь, значит, да, у тебя, наверное, там серый лайк еще не поставлен. Я-то знаю, братан, так что давай. У тебя есть ровно 5 секунд, чтобы поставить лайк. 1, 2, 3, 4. 5. Я надеюсь, ты реально поставил лайк. Если нет, то, блин, сейчас же поставь, потому что это реально последняя твоя надежда поставить лайк. Поставил? Точно? Не врешь? Я ж проверю, друзья, я ж могу это проверить, посмотреть, кто из вас не поставил лайк, кто не подписался на мой канал. Так что, ребята, реально, поставьте сейчас же лайк, подпишитесь на канал, напишите комментарий. Ну, а я вам желаю приятного просмотра! Вот я знаю, то, что ты лайк не поставил. Ну ты просто ставь лайк, ну ё-моё, ну почему? Я стараюсь, а ты не ставишь лайки. Ну реально, поставь лайк, братан. Да, всё пойдем же, на свободу. Все, я, значит, так, как, блин, вот залазить, это, конечно, ужасно. Сложно, сложно, маленький брат. Так, разгона, пацаны. Так, разгон беру и бам. Все, так, вроде как залез, не? Или, так, давай. Давайте, пацаны, вы сможете. О, нормально, нормально, да, я все, я залез, так, все и... и чё, гигантская, и где мы? Что, лестница, гигантская лестница. Антон! А как залез? О, полезли тогда, пацаны, чё, все полезно. Нам нужно выбежать из тюрьмы и найти выход правильный. Так, что, ё-моё, какая тут высота, вы чё? Так, я понял, спрыгивать тут, так, во, а эта дырочка прям жесткая, слушайте, пацаны, мы туда уже не залезем. О, смотрите, у нас есть, получается, такие тачки на пульте управления, мне кажется, они созданы для того, чтобы заехать в эту дырку. Так, давайте, я сел, короче, в машинку. Так, пацаны, заводим. Я посередине. Так, ну, тогда я первый заезжаю. Так, это что? Это что тут тускло? Что там такое? Погнали! Это, не знаю, это что-то похожее на лабиринт. Нет, в смысле лабиринт? Лабиринт? Давайте, я за вами еду, пацаны, я направо. А что делать? Так, ну-ка. Разъезжаемся. Это реально лабиринт. Будем разделяться тогда? Ну-ка, давайте. Я разделился уже. Я сейчас найду правильную дорогу. Ё-моё, капец, друзья, лабиринт. Надо всегда ехать налево. Это жестко, так, ну, надо я... Надо сюда ехать направо. Вы я вообще думаю, то, что надо посередине ехать. Так, пацаны, вообще где? Я что-то вас даже потерял уже, мне страшно. Мы где-то далеко, а ты где? Так, я не знаю, я только сейчас проезжаю, я вообще не понимаю, где что. А вот, все, я вижу. Я далеко уехал, так, кстати. О, я вижу тупик. Антона. Так, я сзади тебя, Паш. Так, тут тупик. Мне кажется, куда-то вот сюда надо. Вот, ко мне, сзади. А, вот, Леха сзади, так давайте. Ты уверен, что туда? Ну-ка. Вот сюда, нет, наверное. Тупик. Мне кажется, вот сюда надо. Пацаны, я нашел, мне кажется, выход и, или нет, я не знаю. Ну, я что-то нашел, короче, давайте ко мне дуйте. Это, вы где? А ты где? Я, о, Леха, я сзади, Леха. Леха, ты сзади? Я сзади. О, пацаны. Поехали, может, сюда. А там тупик. Там тупик? Да, там Антон только что был. А, ну, я не знаю, я тут... Мы никогда не выберемся отсюда. Реально тупик, блин. А чё, стоп, не, хотя тут, блин, какие-то... Ё-моё, вообще ничего не понятно, я заблудился, давай в этом лабиринте. Ай, тихо, аккуратно. Вон туда я поеду. Туда, ну давай поехали туда, блин, друзья. Поставьте лайк.
Это очень жестко. Проезд есть? Ну-ка, какой? Да, только я застрял. Давай, Леха, давай, я тебе помогу. Так, давай. Попал в лабиринт, капец. Ё-моё, да, реально. Давай, Леха, давай. О, проехал. Так, а теперь куда? Мне кажется, налево. Да тут тупик, ё-моё. Так, ну давайте. О, стоп. Вот сюда. Ну-ка, тут уже что-то место побольше. Тут место уже побольше. Так, ну-ка, пацаны, я, нет, кажись. Нет, тупик. Ой, я за Пашей поехал. А, нет, стоп, тут тоже тупик. Стоп, а тут что? Так, ну-ка. Тут тоже тупик. Я нашел. Пацаны, я, походу, нашел. Ты нашел? Ты нашел? А ты где? Стоп, как тебе проехать? Так, я вижу Леху. Я где-то, я сейчас привет, Иван. Так, ты сейчас к нам привет, погнали. Да, я тебя вижу. О, Антон, так, все, покажите, друзья, мы нашли. Выход, реально так, давай. Выход, смотрите. Реально выход. Так, пацаны, так, давай, проезжай, так, все. И наконец-то. Реально выход, да. Все, пацаны, проезжаем, давай. Проезжай. Ой, стоп, а тут все. Ой. Что это такое? Пацаны, я вижу вертолет. Смотрите. Мы можем вертолет. Выбраться. Так, это наше, получается, спасение. Так, это паркур, нет. Так, прыгай. А кто первый? Я не хочу. Я первый. А, ну ладно, Леха, тихо, аккуратно. Ты не допрыгну. Ты не упади. Я полетел. Ай, я тоже. Тихо, Антон, давайте. Погнали. Подобу. Антон. Так, и что? Антон, помянем Антона. Блин, поставьте реально за него лайк и... Так. Привет. Я что-то не понял, это как? А, там респаун, получается, есть? Ну, видимо, да. Так, ладно, хорошо, но все же нам не дают, ребята, сбежать, даже если мы упадем. Так, получается, значит, пацаны, сюда. Пацаны, аккуратно. Вау, опасно, так, тихо. О, где опасно? Леха, нет! Я упал. Послови меня. А, тихо, Антон, не надо. Давай, как бы, да, реально, аккуратнее, потому что ты что-то... Давай, первый. Опасно, ну давай, так. Пацаны, так, я буду очень аккуратен. Так, все, аккуратно. Так, я буду очень реально аккуратен, потому что если я упаду, то это будет просто... Очень плохо. Фух, так, раз, два, три. Фух, допрыгнул, вроде, ребята. Я тоже лечу к тебе, Паша. Так, ой, а тут, слушайте, а тут расстояние уже какое-то более... Ой, кто-то упал у нас. Блин, тут реально расстояние более... Как-то больше. Так, ладно, раз, два, три, давай! Вау, я допрыгнул! О, красава! Пацаны. Ух, это было жестко. Так, все, давай. Ух, и теперь еще осталось... Блин, вот картон, блин, это капец полный. Так, раз, два, три, так, Антон, давай! Антон, не скидывай меня! А, тихо! Упал, стоп! Ау, тихо, все, фух! Пацаны, я... Ух, господи, давай, я зареспавнился, это я просто... Прошел. Жень, догоняй. О, Антон прошел, красава. Пацаны, я вот понял то, что если мы вот перестанем респавниться, то получается мы тут останемся навсегда. То есть если респавниться... Я не хочу этого. Я тоже не хочу, так что, пацаны, лучше меньше падать и больше прыгать. Так, и... Ух, я до Лехи уже... Давай, Леха, тихо, нифига, не падай, главное... Нифига, ты меня не догонишь. Так, все, так, я хочу с тобой же выбраться, ты че? Так, теперь главное это тут допрыгнуть. Так, все, вау, тихо. Вау! Опасно, я очень допрыгну. Опасно. Красава. Так, ребята, вот сейчас очень ответственный прыжок. И, ребята, если вы хотите больше таких тюрем на канале, то, ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ух, господи, я боюсь прыгать. Я прыжал! Два, три, давай! Вау! Ух, я допрыгнул, пацаны, я допрыгнул так нормально. Красава! Очень опасно, очень, реально, давай, очень. Чуть осталось. Очень опасно, блин, я боюсь, давай, что я упаду. Так, все. Ух, раз, давай, Паша. Два, ух. И три, давай! Вау, я допрыгнул, пацаны! Ух, красава! Мне осталось еще одну, так, все. Ну, так, ее на изи можно. Да, на изи и... Ух, пацаны, давайте, да, я прошел! Красава! Ух, это было жестко. Так, все, пацаны, погнали дальше! А тут что? Ты что? Пацаны, я, кстати, такой фильм видел, тут нужно выбирать правильный путь. Я это раньше не сказал! Я уже понял, капец! Так, ну, посередине неправильно. Я не хочу больше быть первым, пацаны. Смотри, так. Посередине 100%. Вы где? Посередине, а вы где думаешь? Нет! Так, я прошел вот сюда, да, первое. Так, Антон проверил Антон посередине. Упал. Как ты думаешь, какая? Давай. Прошел. Блин, у меня автобег был. Так, пацаны, лучше реально не тормозить. Я так. Думаю, посередине. Думаю, ладно, давай я тут проверю так. Ух, посередине нормально. Реально посередине. Так. Попробуй еще раз. Еще раз, ну, блин, ну мне кажется то, что справа. Слева. Вот справа, мне кажется, так. Хотя, нет, слева, смотри, слева, вот по-любому, смотри. Вот так беру. Да нет! Нет, Антон! Блин! Тихо, так что? Справа получается. Ну, получается, да. Так, Антон, давай, тут, а лево, так потом. Потом что, так, у нас. Мы не право. Так, все, право, тут посередине. Так, и теперь куда? И где? Я не знаю, может реально, как ты сказал, посередине. Да, что, реально посередине. Все, так, теперь. Так, Леха, ты тут упал вроде как. Ты да, ни разу так... посередине?
Ну, нет, два раза посередине. Вот, стой, вот я тут думаю, ты прямо проходишь с лево или справа. Нет, стой. Справа, вроде да, справа. Да, справа, справа, да-да-да. Вот тут ты проходишь. Вот и тут посередине. Тут посередине, и вот тут тоже посередине. А вот теперь... А! Чё? Угадал! Да, пробежал. Спасибо. Так, все, пацаны, мы прошли это испытание. А теперь, ой, пацаны, так, теперь-то надо, мне кажется, разгон немножко взять. Так, раз, два и три, давай. Ой, чё я не прыгнул. Так, еще раз, да-да. Еще раз, разгон. Давай. Вау. Погнали. Пацаны, мне кажется... Асан, слезь с меня. Каша, ой, здравствуйте. Так, все, давай. Ой, что это? Тут жесть. А что это такое? Я что-то не понял. Это что-то жесткое. Это сложное. Стоп. О, тихо, ладно, я первый пойду, так давай, все, нормально пришел. Ой, господи, тут эти штуки движутся, так что надо быстрее проходить, так все. Антон! Я прошел. Пацаны, вы там где? Я что-то боюсь. Давайте проходите, так все. Так, теперь, вот тут главное как-то пройти, так все. Тут надо перепрыгнуть. Тихо. У них рассинхрон, быстрее. Мясник унес. Нет. О, тихо, аккуратно. Паша, двигайся. Тихо, Антон, я двинулся. Так, прыжок. Блин, ладно. Раз, я два, стал знак три, у него, так, двигайтесь, давайте, пацаны. Тихо, все, я прыгнул. Нет, так, пацаны. Я упал. Пацаны, там на контроле надо прыгать, так, все. Главное, тут не упасть, так, все, давай, проезжай, все, проехал нормально. Так, пацаны, тут какие-то шары. Давай, господи. Я прям сзади тебя, Паша. Давай, Леха, давай, так, теперь. О, боже, как страшно. Так, давай. Если что, эту штуку не бойся, она нормально катает тебя. Так, окей, я понял, так, теперь. Как шары эти скинуть? Так, может, они как-то... О, неподвижные. Ой. Они подвижные. Так, пацаны, это надо... жесть. Давай, надо... вертолета чуть-чуть. Ладно, реально. Там еще какое-то испытание. Это не конец получается. Так, все. Давай, я шарики. Я ничего не вижу. Так, все шарики. Через нас, пацаны, давайте. Так, давай. Шары слишком большие. Шары реально большие. Так, двигай, мы их пока что скидываем. Пацаны, я понял, что это такое. Я вижу. Это пол. Это лава. Это лава челлендж. Это реально... лава. Блин. Сейчас бы допрыгнуть, еще бы до туда. Так, ладно. Раз. Два, три, так, все, давай, прыгай. Нет! Все, я в лаву. Здорово. Так, все, теперь, так, а как до тут допрыгнуть? Как ты вообще Антон, как там оказался? Я просто прошел. Просто прошел, так, в смысле, просто прошел. Нет, ты сгорел. Тихо, чего, друзья, я допрыгнул, так, вау, все, давай, вау, я до кровати допрыгнул, пацаны, ой, тут чей-то парашют еще валяется. Наверное. Так, я пока что на кровати, и главное тут как-то допрыгнуть, так, все, раз, два. Так, нет, стоп, я боюсь, пацаны, блин, а вдруг мы не пройдем и респавны закончится. Так, раз, так, все, давай. Нормально, так, все. Беговая дорожка или же, получается, пуфик. Так, ну, я думаю, беговая дорожка. Так, все, рано, я ты, на давай. Диван. Вау, тихо, нормально. Так, ой, я на диван допрыгнул. Пацаны, а я с правой стороны пойду. Я на беговой дорожке, так, все. Так, нормально, аккуратно. И давай, да, пацаны, я прошел. Красава! Я прошел. Это реально жестко. Так, у нас вертолет есть. Так, теперь, пацаны, мне надо вас подождать. Так, давайте. Пацаны, давайте. Я уже вожу. Антон! Леха, привет! Антон минусанулся. Почему нет? Он одевается со мной. Да, значит, надо... Ну, пацаны, давайте. Давайте, прыгайте. Так, забирайтесь. Так, все. И, пацаны... Конец! Мы прошли! Мы выбрались! Это жесть! Так, все, пацаны, давайте быстрее валим вертолет! С этой тюрьмы. Быстрее вертолет! Просто жесть, друзья! Это было очень потно, очень ужасно и очень сложно. Но, друзья, если вам данная серия понравилась, это, блин, с вас по-любому лайк. Подписка на мой канал, на канал Лехи Джилла, на канал Антона Томлиса. Ведь они со мной проходили данную тюрьму. И, ребята, если вы хотите больше таких серий, то, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Надеюсь, много лайков наберем. Ну а с вами был Флейзин, Томлик, Джилл. Все, ну всем пока, народ! Всем пока, чуваки! Пока, ребята!